оркестром и почестями автобус с росгвардейцами на территорию управления прибыл под звуки военно-духового оркестра. Здесь их встречало руководство ведомства, представители взаимодействующих структур, служители Владимирской епархии, коллеги, ветераны войск, представители молодежных и общественных организаций и, конечно же, родные и близкие. Начальник управления Росгвардии по Владимирской области генерал-майор полиции Андрей Медведев отметил высокий профессионализм бойцов, успешно выполнивших все поставленные перед ними задачи, не допустив при этом потерь среди личного состава. Он также вручил росгвардейцам ценные подарки и закрепил на форме сотрудников и военнослужащих георгиевские ленты, как символ мужества и доблести русского воина. Затем с напутственными словами выступили в Рио начальнику МВД по Владимирской области Петр Бузин и епископ Ковровский, викарий Владимирской епархии Стефан. Главное, что все вы живы. Дай Бог вам сил, здоровья, мужества, крепости. Самое главное – веры в Бога, в богохранимое наше Отечество, Святую Русь. Сердечно еще раз поздравляю всех нас, особенно родных и близких. После этого память павших героев, погибших при исполнении служебного долга, почтили минуты молчания. Теперь военнослужащих и сотрудников управления Росгвардии, вернувшихся на родину, ждет заслуженный отдых, а затем они вернутся к выполнению служебных обязанностей.